хочу провести макияж на весь день. Чем я займусь? Начну с лица, с базы макияжа. Так, мое зеркальце, супер зеркало. Вот мое супер зеркало. Поехали. Я всегда под музыку крашусь. Мне почему-то приятно делать макияж под музыку. Вот ставлю себе музыку и крашусь. Этот крем под дневной макияж, база. Я его нанесу сразу и на глаза тоже. Потому что крем легкий, дневной и подходит под и на лицо, под базу. И подходит под глаза. Хорошо его растянем. На лицо крем я наношу всегда с массирующими движениями. Вот так, вот так, вот так, стрелочками вверх по лбу, вот так, под глаза также. Нанесла. Теперь пусть немножечко повпитается. Я пока весь приготовлю, что мне нужно для нанесения дневного тонального крема. Это у меня в моей косметичке. Показываю, что у меня есть в моей косметичке. Буду доставать потихонечку. Возьму вот эту свой консилер. Пока не столько его. А потом уже остальное. Так, все, крем впитался. Офигенно. Крем для лица возьму дневной вот такой. Я хотела взять Миракли Гаринер, но не возьму, потому что... Сейчас и так солнце яркое на улице, и вот это вот все будет светиться, как шар на дискотеке. Поэтому возьму вот такой крем, который... Вот этот крем Люмине Color Correcting, он адаптируется под окружающую среду. На палец чуть-чуть выжму. Идеальный, он мне очень нравится, он подходит на день. Начнем с глаз. Тенями я покрашусь вот такими светлыми. Теперь
сперва использую белые тени. Я могу их использовать, но их обычно я использую на вечер. Поэтому здесь поставлю на пол века белые тени и под конец немножечко коричневых. Светло-коричневых. Потому что на улице яркое солнце и день. Вот так. Сверху светло-коричневых теней нанесу белый, вот тут вот под бровями. Это все можно пронести к середине бровей, вот так вот. Получается красиво. Теперь возьму карандаш. Так, показываю, что у меня есть косметички. В косметичке есть карандаш. И возьму сразу подводку для глаз. Вот эту Rimmel. Немножечко стрелочки здесь нужны. Но здесь не надо подчеркивать на день, потому что на улице яркое солнце и хороший красивый день. Слизистые черные. Сейчас не надо. Да, будет некрасиво и будет видно сдалека, что наложила на себя тонну макияжа. Поэтому делаем аккуратные стрелочки в уголке глаз. Все. Подводку берем Rimmel. Кисточка красящаяся такая. Да, ее надо макать хорошо и налаживать. Ну все, готово. Берем тушь L'Oréal двустороннюю, потому что с ней получаются красивые пышные ресницы. Что-то она у меня не открывается, сейчас ее открою. Чтобы было удобно красить ресницы, подносите зеркало к лицу. Подсохнет. Покрасим губы, пока вот это вот реснички подсыхают с белым тоном. Покрасим губы. Перед раскрасом губ наносим пудру. Показываю, что у меня в косметичке. В косметичке у меня две помады красивые. Я выберу сейчас тон и карандашики. Мой черный карандашик для слизистой, но я его не использую. И вот такие карандаши, поэтому тоже я ими пользуюсь. Они уже почти заканчиваются. Карандаш возьму вот такой. И к ней вот такую помаду. Это не тот цвет. Цвет красивый, но я его сегодня не покрашусь им. А покрашусь вот таким вот цветом. И поднесу вот таким вот карандашом. Обведу. Карандашом и помадой я крашусь. Как видите, мало.
Jacobs. Открашу губы. Я не знаю почему, но мне очень интересно краситься под музыку. Передает настроение. Очень красивые губы получились, нереально. Помада у меня Marigold для разнообразия. Итак, подкрасим реснички, и макияж почти что готов. Это черная сторона лореалевской туши, которая придает цвет. Сегодня по раз 4 или 5-6 тушь я обводить не буду, потому что на улице яркое солнце и день, и мне не нужны вот такие здоровенные ресницы, которые будут видны издалека. Ресницы должны быть обычные, нормальные, красивые, аккуратные. В общем, все готово. Макияж у меня ушло минут 15. Макияж дневной, макияж на весь день, не вызывающий, не страшный, не скучный. Побрызгаю средством для макияжа. Я вот его не люблю, но брызгаю. Макияж красивый. На макияж у меня ушло 14 минут, плюс-минус 15. Использовала я помаду. Румяна я не ставлю, и не надо, потому что вот этот тональный крем, он отображает все частицы на лице. То есть покраснение, свет солнца, воздух, оно все отображает. Это очень хороший тональный крем Люмине. Вот, использовала вот такой карандаш, вот такую подводку. И тушь для ресниц L'Oréal. Тушь на самом деле очень хорошая. Макияж готов.